Привет! С вами снова Александр, ник по соцсетям Шапа. Сегодня на обзорчике такая микромодель от HPI. Баджа 32 масштаба. Вот запаковано оно в такой маленькой коробочке. Что включает в себя комплект? Модель сама вот помещается на руке вот такого размера. Пульт очень похож на TF40 APU, но немного меньше. Если сравнить с стандартной TF40, то вот такие габариты имеет. Вместо антенки, как на TF40, здесь идет зарядничек для самого автомобиля. Место для зарядки, здесь есть такой небольшой разъемчик для зарядки. Что хотел сказать по автомобилю. Заряда хватает минут на 15+. По скорости. Автомобиль дико скоростной. Дико. То есть в домашних условиях это даже больше, чем достаточно. По аппаратуре. Имеется механический триммер руля и триммер газа. Кнопочка бинт, индикатор заряда самой модели, питается от 4 пальчиковых батареек, которые вставляются непосредственно в ручку пульта. Имеется корка, которая сидит на липучке. Под коркой особо мы много чего не увидим. Все закрыто. Но корка, тем не менее, есть. Дифференциала нету. Идет прямая передача на задние колеса. Колеса пенные. Что интересно по этой модели? Это пропорциональное управление. То есть, насколько мы поворачиваем больше рулевое колесо, настолько больше поворачиваются наши колеса. Немножко повернули колеса, повернулись немножко. Амортизация пружина сзади, на задней подвеске. Передняя подвеска сама по себе немножко пружинит. Ну, вот. Вот так вот она ездит. Уехала наша модель. Всем пока. Вот она снова приехала.